Школьники Подмосковья решают совсем не детские вопросы. 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, они тоже будут голосовать за пятидневную или шестидневную учебную неделю. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на представителя избиркома Московской области Наталью Ольшанову. В школьном референдуме примут участие около 793 детей. Это школьники подмосковных учебных заведений с 1 по 11 классы. Голосование пройдет в электронном виде. Вопрос дословно будет звучать так: согласны ли вы шестидневной неделе обучения? По итогам голосования в школах Московской области будет установлена единая пятидневная или шестидневная рабочая неделя. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.